Всем бобра, дорогие друзья, с вами RazerX, и это последний подкаст на этом канале. Да, больше видео на этом канале не будет, потому что все видео переходят на новый канал. Я все-таки решил, нужно переходить на новый канал, надоело мне. Куча непонятных подписчиков, которые ничего не смотрят, ничего не делают, так что кто будет смотреть мои видео, можете от этого канала отписываться, в принципе, и подписываться на новый, который вот... Ссылка вот в описании, да. В общем, что будет там? Туда перейдут все проекты, которые были, собственно, здесь. Последний это... что тут было? Вольфенштейн был, правильно, 2009 года. То, что он перейдет туда, все видео будут перенесены туда. И новые видео будут выходить тоже там. Потом Mirror's Edge. Это именно то, что уже точно. Оно уже там есть, в принципе, только будет выкладываться немножко позже. Следующее это Dead Space... Ну, несколько видео уже есть, и в скором времени еще запишем. Кооператив. Это кооперативное прохождение будет. А потом еще одна игра, это Enclave. Но я пока не решил, или я буду ее выкладывать, все-таки она немножко скучновата. Но если понравится, то есть я выложу несколько серий, если понравится кому-то, то я буду выкладывать. Собственно, как всегда, да? Второе, там будут выходить все видео, как я уже сказал, то есть и критика тоже. Конечно, отдельный подкаст я на канал с критикой запилю, но я хочу здесь сказать, что все там будет выходить. Обзоры, критика там, всякие шоу, летсплеи, то есть все будет на одном канале. Скорее всего, всякие шоу будут выходить на выходных, остальные, ну, летсплеи будут выходить с понедельника по пятницу. Ну, как-то так. Это, наверное, все? Хотя нет. Еще что я хочу сказать, это о конкурсах. Конкурсов как таковых теперь не будет вообще, хотя они раньше... Ну, как бы были, и даже, по-моему, несколько игр я все-таки отдал, там одну или две, или даже три. Ну, неважно. Теперь конкурсы будут выглядеть совсем по-другому. Где-то в видео я буду говорить о том, что это видео с конкурсом. То есть я буду внутри говорить, какую я игру кому-то дам, там, то есть не аккаунт. Сразу говорю, это будут не аккаунты, это будут игры именно или как подарок, или ключом. Я буду раздавать разные игры. В основном это будут более-менее старые игры, потому что я их прохожу, и получается так, что у меня ключи только на них. Но, возможно, будут и новые какие-то игры, то есть все может быть. То есть позже это могут быть какие-то прям сверхновые игры, там только вышедшие и все такое, да? Так что подписывайтесь, смотрите видео, ищите. Вот в одном из видео уже даже есть, в принципе, такой конкурс. Так что, когда оно выйдет и в каком из видео будет это, я не скажу. Смотрите все видео, просматривайте. То есть, где-то в одном из видео будет говориться о том, что проходит конкурс там на игру определенную. И кто захочет эту игру, могут написать комментарий. И вдруг получится. То есть условия будут обговариваться прямо во время игры. Как-то так. Ну, в общем, это все, что я хотел сказать. Так что всем спасибо за просмотр. Ах, да, о подкастах. На новом канале будут подкасты о всяких интересных вещах. То есть я буду рассуждать на разные темы интересные, возможно. Скорее всего, буду, потому что я люблю рассуждать на интересные порты и темы. Так что подкасты такие будут. Ну вот, теперь все. Всем удачи. Всем бобра. Всем пока.